Подвижные настольные игры, рисование, танцы и мастер-классы. Уличная игротека. Мероприятия под таким названием ежедневно проводятся для маленьких жителей поселка совхоза имени Ленина. Организованы они сотрудниками муниципального центра культуры. Цель этих занятий на открытом воздухе проста – попытаться сделать так, чтобы дети поменьше сидели в современных гаджетах, побольше общались друг с другом и проводили свободное время с пользой. Здесь и дети проводят время с родителями, и у них как раз большое количество времени проводят со своими сверстниками, что очень важно. Они рисуют, здесь играют, здесь очень большое количество игр. Есть и шахматы, и шашки, то, что популярно. У нас здесь очень много разных интересных мастер-классов проходит. Действительно, каждый здесь может найти занятие по душе. А на различных мастер-классах сотрудники муниципального центра культуры стараются научить ребят чему-то полезному. Например, совсем скоро здесь пройдет занятие по леттерингу. Леттеринг – это искусство письмо красивым шрифтом. Очень часто встречается в афишах, в логотипах. Можно использовать разные цитаты. И это все красиво и композиционно оформлять. Мероприятия проводятся ежедневно, начинаются в 16:00 и продолжаются в зависимости от настроения участников, порой до 9-10 часов вечера.